На обзоре LG G7. Сверхяркий дисплей, который выдает 1000 нит. Для примера, предыдущий смартфон от компании LG, LG G6, выдавал всего 525 нит. Также, благодаря технологии LCDM+, на 30% меньше потребления энергии. При солнечной яркой погоде мы можем без проблем видеть то, что у нас на дисплее. Конкуренты даже рядом не стоят. Сверхяркий дисплей от компании LG. Разрешение дисплея 3120 на 1440. Это вам не какой-то Full HD+, как у некоторых конкурентов. Также Full Vision дисплей имеет notch-выемку, да, как в народе говорят, так называемая челка. Если вас бесит эта чертова челка, вы можете без проблем зайти в дисплей, в настройки и выбрать стандартный режим. При этом батарея и часы, также сеть будут отображаться выше, не занимая при этом основной дисплей. Помимо того, что камера имеет искусственный интеллект, также основная камера LG G7 имеет два модуля на 16 мегапикселей, один из которых широкоугольный, 107 градусов. Если обычный угол обзора это 71 градус, то широкий угол обзора это 107. Мы можем делать интересные широкоугольные снимки и при этом захватывать большое количество людей в одном кадре. Допустим, если вы собрались на праздник, день рождения, вы можете собрать всех в одну фотографию. Интеллектуальная камера распознает 19 различных режимов, будь то портрет, животных, город, здание, текст. Давайте попробуем с вами снимем текст. То есть, если раньше нам нужно было фокусироваться на тексте очень долго, да, выбирать, сейчас мы просто включаем интеллектуальную камеру, и он автоматически распознает, что это текст, делает его четким, читабельным, и мы можем тут же сделать фотографию. Как это работает, еще раз покажу. Включаем интеллектуальную камеру, и он распознает текст, включает режим текст. Также можем отрегулировать четкость изображения и сделать снимок. Очень удобная функция. LG G7 унаследовал такой крутой режим, как Sign Video. Выбираем Sign Video, и у нас доступны 15 кинематографических эффектов. Мы можем выбрать один из 15 доступных цветовых решений, будь то романтический кадр, будь то летний блокбастер, романтическая комедия, документальное кино, пейзаж. Под каждый жанр кинофильма мы можем выбрать один из предустановленных режимов, будь то детектив, хотим снять кино в режиме нуар, либо триллер. Отключим, и также благодаря этому режиму у нас доступен point zoom, то есть плавное зумирование на объекте. Как в кино, мы можем приблизить, плавно наехать на объект. При этом мы можем выбрать, куда мы хотим приблизить. Допустим, мы хотим приблизить верхний правый угол. Плавно наезжает. Если в обычных смартфонах нам нужно приближать двумя пальцами в середину, то здесь мы можем, как в профессиональных кинокамерах, без проблем приблизить на любой объект и при этом сделать это достаточно плавно. Допустим, сюда мы хотим приблизить. Плавно. Нам получается приблизить на объект. Очень классная функция, удобная. Также и для тех, кто снимает часто видеоролики, интересно, чтобы как-то их разнообразить, мы можем использовать данный режим. В LG G7 появилась такая классная функция, как Q-Lens. Мы можем по фотографии найти нужный нам объект в интернете. Допустим, в нашем случае это яблоко. Выбираем, и он находит примерно похожие картинки. Давайте попробуем, допустим, цветок. Вот, он находит нам в интернете различные цветы. Также желтого цвета, как и в нашем случае, да? Что касается
касается звука, в LG G7 он действительно очень громкий и при этом с насыщенным басом. Если в основном смартфоны делают упор на стереозвук, при этом он просто громкий звук и ничего более, то здесь он более глубокий бас выдает и при этом достаточно громкий, несмотря что тут всего один динамик. Насколько передаст камера, то есть... Также в LG G7 доступны световые эффекты. Как и вспышка под музыку мигает, так и что-то похожее на эквалайзер. Помните, раньше такие были во всеми любимом плеере Winamp. Также LG G7 защищен от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет нам погружать смартфон в пресную воду не более чем на 1,5 метра на 30 минут. LG G7 работает на 845 Snapdragon и 4 гигабайтами оперативной памяти, 64 гигабайт встроенной, версия Plus имеет 6128 соответственно. Экран блокировки в LG G7 полностью настраивается под пользователя. Если вам нравится кастомизировать часы, допустим, вы можете выбрать любой, который понравится вам цвет и вариант на экране блокировки. Допустим, вам нравится другой циферблат. Можете выбрать один из представленных вариантов и еще и раскрасить его под ваш любимый цвет, как вам нравится. Достаточно гибкая настройка под пользователя. Каждый найдет что-то для себя по вкусу. Также, помимо разблокировки по лицу, мы можем разблокировать смартфон при помощи голоса. G7 ThinQ. При этом мы можем в настройках выбрать, либо экран просто подсветку включает, и мы видим какие-то пропущенные уведомления, либо звонки, либо просто посмотрели на дисплей. Либо мы можем в настройках включить, чтобы он сразу разблокировался, как в данном случае. G7 ThinQ. До 5 фраз распознает смартфон. Можем выбрать абсолютно любую, вообще какую хотите, какая вам нравится. G7 ThinQ. При этом смартфон реагирует исключительно на ваш голос. Давайте попробуем изменить слегка голос. G7 ThinQ. G7 ThinQ. G7 ThinQ. G7 ThinQ.
LG G7 имеет встроенный аккумулятор на 3000 мА, также быструю и беспроводную зарядку. Защищен по стандарту IP68 и военный стандарт прочности также присутствует, который подразумевает собой 14 различных испытаний в лабораторных условиях. Hi-Fi Quad DAC чип, бумбокс звучания. Также в будущем будут доступны голосовые команды, так как для голосового помощника Google Assistant выделена отдельная клавиша на торце под кнопками громкости. В целом достаточно крепкий смартфон. Согнуть его, положив в задний карман, вам точно понадобится усилие.